Всем привет! Ну что, нам пришла большая рассылка. Майкл мне помогает! Помогает! И тут и на Милане на день рождения кое-что. И Майклу кое-что. А еще мы с Миланой заказали большую ростовую куклу, чтобы снимать видео интересные. Ну вот сейчас посмотрим, что же у нас тут пришло. А в голове еще посылка. Видимо, это специально так сделали, чтобы наша большая голова не помялась. И что, смотрим? Здесь постельная. Майкл побаивается еще всех этих шорохов, если честно. Постельная милашка розовая. Хорошая хбшечка такая. Такая розовенькая. Красивая. Картинка вот такая, если увидите. Сегодня мы его постираем и сразу же милашки сделаем. Так, это наша тюль белая. Такая белая тюль. Вот на таких зачем-то крюках. Я не знаю, как, если честно, ими пользоваться. Не знаю. Ну, в общем, тюль будет просто вот такая. Я ее отдам своей маме. Она мне ее укоротит. Еще и вязочку, наверное, которую, наверное, Майкл хочет. Ням-ням. Это кигуруми единорог. Ну, такая большая, конечно, но ничего, Милане на вырост будет. Вот такая, наверное, почти что на меня. Милана будет толстенький единорожек. Хотя мы про зимний костюм, если честно, думали так же, а как оказалось, нам всего его на один год. Ну и все, в принципе, в голове остался только костюм. Большая голова. Привет! Будем с милашкой снимать что-нибудь нового и интересного. Куда теперь положить эту голову, непонятно. Она у нас, наверное, будет стоять большой игрушкой. Ну что, вот она вторая наша коробка, Майкл. Тут у нас все-все-все. Ой, смотрите, у Миланы, кстати, под единорога вот такая игрушечка. Майкл ее тут таскал пока. Батарейка села. Ну что, начинаем распаковывать следующую. Ребята, я заказывала же еще шторы. Они, кстати, тяжеленькие, но классные. В
классный материал, две вот такие шторины. Единственное, что они тоже не таких же где-то металлических должны быть. Ну а так ткань классная, конечно. Вообще супер-пупер! Скоро у нас будут новые шторы. Круто. Идем дальше. Ой, тут что-то какая-то большая коробка. А, это наши с Милашей парики. Смотрите, нам дали резиночку в подарок. Что тут уже ешь? Что ешь? Ешь. Милане понравится. И вот такие веселые парички. У нее медведя ест. Смотрите, ребята. Веселый парик. Здорово. В общем, мы с Миланой придумаем что-нибудь интересненькое. И просто два... Ой, что тут глаз попал. Просто два кудрявых парика. И фиолетовый. Коробку можно выкидывать. Мы сразу все выкидываем, потому что сейчас Майкл, он любит все погрызть. Да и вообще, зачем нужны эти коробки? Что-то это, наверное, поднимет внимание. Нет. Это расческа и фартук Милане, чтобы она что-нибудь готовила. А расческу мы в садик заказали, вот такую крутяцкую. Hello Kitty! Такую вот классную Милана будет расчесывать свои красивые длинные волосики. Ну и фартук. Фартук для того, чтобы она могла что-то готовить, рисовать, кушать. Мы ее будем просто кушать, садить в нем, потому что Милана у нас маленечко хрю-хрю. Вот это, наверное, ботиночки. Да, красивые кроссовочки. Вот такие вообще нежные, розовые. Милашки. Я думаю, что ей будут они хорошо. Не вывалится, по крайней мере. Очень люблю с Китая детские вещи. Если подбирать их хорошо, выбирать качественные, ну, то есть не самые дешевые, то они выглядят очень здорово. Вообще круто. Главное, чтобы их Майкл не съел. О, это Милашкин костюм вампира. Ой, Майкл испугался. Не бойся, Майкл. Я шучу. У нас тут как поле чудес. А, это у нас моему племяннику костюмчик. Далее. А, это от него же бабочка на заколке и брошечка. Хотя тут брошечка есть. Вот такая рубашечка. Вот такие брючки. Классные. Холодные что-то. И вот такой свитерок крутой. Мы взяли чуть-чуть побольше, чтобы он взрослым подрос чуть-чуть. Ну, это надо ему сразу убрать отдельно. О, пришла одноразовая посуда, ребята. Целое коробище. Ой, Майкл все нюхает. Я тут сейчас вообще потеряюсь, если честно, в этих коробках. Накрывала Милане на кровать. Майкл его будет опробовать скоро. Вот такое крутое розово-серое.
мягкая, супер классная, супер. Это второй комплект постельного. Что мне казалось, я заказывала не такой. Ну ладно. В общем, он со звездами такой, сероватый. Не знаю, почему я заказала такой. Потому что он мне показался другого цвета. Вот она посуда. Наша крутая посуда, здесь все вообще, что только нету. Два набора и тарелки, принцессы всякие. Я вам еще потом все покажу, вот трубочки я вытащила. Милане на платье. Милане два платья пришло, а мне заодно денежки вернули. Почему так? Я же два заказывала, нет, одно. У меня вообще случилась такая проблема, что очень долго не отправляли заказ. Но я за него на самом деле уже денежки отспорила. Это Таобао, там тоже так можно. Но, видимо, как-то все равно оно пришло. Но я удивлена. Так, это мои пришли кроссовочки. Я, если честно, сразу все... А зачем мне четверо шнурков? Видимо, запасные. Я стараюсь сразу все выбрасывать. Все коробки от китайской обуви, потому что они все мятые, и обувь туда уже не поставить. Так, пошли дальше. Майкл в шоке. Но то, что два платья, я тоже в шоке. Зачем мне два платья? Одинаково. Так, смотрите. Я заказывала шарики. И в подарок пришел насос. Плюс еще лента. Плюс еще завязывать шарики. И еще вот такая лента, представляете? Хотя я заказывала только шарики. Потому что они стоили буквально рублей 200, может быть, 50, все вот этот набор весь. Ну, здорово. Майку сегодня тут вообще. Это, наверное, Миланины туфельки. Что-то тоже нет, это для Майкла. Для Майкла вот такой крутой поводок, классный, хорошего качества. Я тоже специально выбирала. Майкл, это твой сувенир. Здесь где-то еще прячется его лежанка. Наборы. Это девочкам я брала. Думала на 8 марта подарить, но 8 марта уже прошло. Вот такую штучку мне дали в подарок. Майкл, не пускай. Но мы пойдем на день рождения Миланы, поэтому, если что, она еще подарит. Так. Это у нас жилетка для папы. Ее мы пока доставать не будем, подождем папу. Это единственное, что ему здесь. Майкл. Так, еще у меня вот такой набор красителей. Это красители для слаймов. Я хочу потом с милашкой делать. Интересно. Вот и вообще красители. Еще где-то должны быть блестки. Большие будут, наверное. Ладно, у меня еще больше много, но, наверное, будут большеватые. Хотя, если жертвовать, я думаю, мне выпадет вот такие классные туфли. Красивые. Сейчас все выбросим. Все в коробку идти. Я не вижу переноску лежака. Это мои кроссовки.
почему-то нет переноски. Или может она там упакована так, что я не вижу. И лежак для Майкла еще. Носочки. Да, Майкл. Последняя. А, вот здесь и лежак, и переноска. Майкл! Майкл! Это тебе Майкл! Смотри, какая штука классная. Смотрите, какая классная. Смотри, Майкл. Смотри, твой лежак. Крутой. И переноска. Ауч, конус. Вот такая переноска будет. Майкл будет туда залазить. Мы даже вот его повезем по работе, поэтому еще вот. Это костюм. А, нет, это платье.